Здравствуйте, друзья. Вот интересный феномен хотел привлечь ваше внимание. Коротенько. Значит, в 3 часа ночи, вторник на этой неделе, в 3 часа ночи, так получилось, что я поздно шел спать, и у меня было 73 800 подписчиков, ничего аномального не происходило на канале, значит, а вот утром я проснулся, и там уже там 1000 сверху, то есть какие-то такие начались процессы, и мы с Ютубом связались там на предмет того, чтобы не подумали, что это мы там что-то безобразничаем и так далее. Но сегодня с утра я проснулся, и там такая надпись выходит. Знаете, у них такая система есть, месседжинг такой для блогеров, для владельцев каналов. И там написано, что у меня в понедельник, то есть до того, как аномалии начались, там за несколько часов, в понедельник у меня неправильно подсчитанные подписчики. Я начинаю думать, да, а у меня их тут же 10 тысяч. Вот с утра вторника, сейчас утро четверга, вот двое суток прошло, у меня там 10 тысяч набежал. Какими-то усилиями, непонятными у меня чьими. Вот, наверное, дорого стоит, я даже не знаю. В общем, говорят, неправильно считали. И мы там еще скорректируем. И дата стоит конкретно 17 августа. Я думаю, что же это такое? Ведь 17-го я-то ведь ничего не заметил. И тут у меня сознание пронзило мысль. Не додали. Может быть, мне еще в понедельник там тыщенка другая лишних должна была перепасть. Понимаете? Не додали. Вот это вот волна возмущения, друзья, возмущения поражает сознание. Как же так? Не додали блогеру подписчиков. Вот такая, такая интересная мысль. Я все думаю, чем это кончится все. В смысле, как они разрулят вот эту ситуацию, если она вообще их как-то интересует. Потому что мне на самом деле не совсем комфортно это все, но посмотрим. Ну вот, хотел поделиться такой мыслишкой, коротенько.